Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дел прошлое. А на медне его огорошили. В среду вечером телефон звонит, и инкогнито в трубку говорит, что студентка его, Таня Сытина, тест на СПИД прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Но попробуй тут не расстроиться, они ж спали с Танюхой на троицу. В институт пришел туча черная, уж не в радости степень ученая. И хватил его вдруг озноб с хандрой, вызывает сам лично завкафедрой. У завкафа лицо неопрятное, и глаза под бровями попрятаны. И сказал он, вздохнув с многоточием: значит, братья, с тобой мы молочные. И назначили вместе собрание осудить эти шалости Танины, чтоб вопрос ставить об отчислении за ее, так сказать, поведение. Всем и верилось, и не верилось, Танька ж баб разнос ко всем клеилась. Даже плюс декан с больным копчиком из-под лин скосил ей под кофточку. Танька Сытина, девка видная, ну за что ее не обидно ли? Вдруг откуда хвосты из-за должности? А ведь с ней кувыркались все должности. Уши чистили, что не учатся, инженер с нее не получится. И вожак комсомольский охаживал, а ведь звал на пикник, тварь продажная. Таньке выговор вдули попятая, приплели отца пьянь проклятую. Ректор выступил сам в заключении за хвосты ее к отчислению. И по домам пошли с чувством муторным, у завкафа в груди звонк заутренний. Ректор слег в кровать от давления и стучал в тоске брейк коленями. В воскресенье телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял. Таня Сытина, сказали, девка чистая, он в институте.